Линейка Trasir OS регистраторов постоянно дополняется и расширяется. На этой выставке мы представляем новую версию Mini NVR. Во-первых, Mini NVR, вы уже видели на AllRAP, поставляется с четырьмя портами POE. Но также сейчас появилась и обычная версия, то есть без POE, от 4 до 16 каналов, вот в таком вот дизайне. Это устройство также поддерживает два жестких диска и выпускается в версиях как для любых IP-камер, так и для IP-камер ActiveCam и, соответственно, Hikvision в более дешевой версии. Серьезно растущим является сегмент корпоративных enterprise продаж. Для них специально мы приготовили решение под названием Ultra Station. Это юниты до 24 дисков с поддержкой серверных жестких дисков Constellation и Western Digital Purple, специальных дисков для видеонаблюдения. И это специальные юниты повышенной надежности, видеосервера с двойным питанием на серверных комплектующих. География нашего присутствия в Российской Федерации и за рубежом постоянно расширяется. Совсем недавно мы открыли офисы в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде и Ростове-на-Дону. Это мы делаем для того, чтобы оказывать вам более качественную техническую поддержку прямо на месте продаж и быть ближе к вам, нашим партнерам.